Татьяна Ивановна, вы готовы рассказать о своих друзьях? Да. Нужно говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Нет. Татьяна Ивановна, может, договоримся? Ну, может быть. Мой коллектив, самый лучший коллектив в мире. I always stood behind you, always close. Stood by your side, no matter what the cost. And I always was there for you when you called. Should I live all my life for only a cause? What about my life? Я дружу с Эстель. Я люблю Эстель. Меня никто не заставлял это говорить. Наверное, потому что все это мои чувства. От радости до чего-то там, ля. Итого у меня оказалось три направления на моем счету. Да. Нас много, мы очень дружные, мы друг друга поддерживаем, друг друга ругаем, если кто-то бездельничает, например. Мы шьем все вместе, мы гладим все вместе, мальчики, да. Это больше, чем дружба. Это любовь.